Всем привет! Надеюсь, вы не сильно устали на рабочей неделе после длинных праздников. Но даже если это так, то выходные подарят вам шикарную погоду и возможность выбраться за город. В субботу в столице Черноземья будет солнечно, днем плюс 20, ночью плюс 10, скорость ветра составит 10 метров в секунду. В воскресенье будет также солнечно, днем плюс 21, ночью плюс 10. Для всех наших читателей, желающих отдохнуть в солнечной Анапе, блокнот подготовил выгодное предложение, отличающееся от всех существующих служб бронирования. При оплате гостиницам напрямую, назвав кодовое слово «блокнот», вы получите персональную скидку и широкий ассортимент номерного фонда. Переходи в справочник «Блокнот Анапа», раздел «Гостиница» и бронируй уже сейчас!